заодно. Так, у нас сегодня на ночь глядя дрифт ликбез. Разобрались, как работает ходовка на сотом кузове. Разобрались, что не работает. Что не работает, короче. Так что это все в утиль. Как там это, Миша, не работает, все хуйня, давай заново. Слева музей Врубеля, справа драмтеатр омский. Театралы говорят, знают это в России, не проверял. Города, естественно, Успенский собор. Храм. Да. Знаете, а ты же любишь храмы, вот, пожалуйста. Храмы и гаишники. Храмы и гаишники, да. Замаливают грехи после тронового дня. Утро добренького. Время 9 утра. Мы собираемся выскакивать из Омска в Челябинск. В Челябинске стоит наш сотик на каркасе. Заскочим его, посмотрим. Там, говорят, автодром еще какой-то построили. Его тоже хочется посмотреть. Рад, что хоть где-то что-то строится для автоспорта. Так. Вопросы вчера по нашему дворнику мы не решили, короче, нету его нигде. На Range Rover креплений нету. Размеры есть, креплений нет. Ну не знаю, сейчас что-нибудь придумаем и помчим дальше. А пока утренний запуск, естественно, точнее проверка масел. Дверь закрывай. Служебное меню, уровень масла. О, а сегодня полный, ничего не подливали, но вот увеличился уровень масла. Отличная машина, масло производит. Так, ну до Челябинска 910 километров, 8 вечера приедем, нормально. Все, продолжаем путешествие. Так, на каком сервисе остановились? А, вот. Иначе рискуешь испортить отношения с котелем. Проехали 500 километров, тормознулись на заправочке. До Кругана тут что-то около сотни осталось. Вот у нас тут мозговичок, лёбки лопнули. Морчок чуть сместился почему-то. Так в целом нормально. Натянулся такой. Прям дальше. А еще вот у нас тут опять все. Просто поубивали всех, кого только можно. Решили все-таки сразу починить, чтобы не мучиться. Чтобы не потерять целый брызговик, или как эта штука называется. Сейчас опять походу хомуты спасут мир, потому что у нас это болтиков с гаечками нету. Так, мы вроде починили, не знаю, насколько хомутов хватит, но будем надеяться, что хватит. Ну, помчали дальше. Нам туда. Что, ребятки, мы в Челябинске, приехали в Кивамару. Тут вот стоят машинки. Тахтямова тачка. А вот наш Марк на каркас привезли. Юра, Жека. Там куча гонок. Тут моторы, гонки. Есть какой-то гоночный. Все на РБХ, Джезеты, Эволюшены. Там вообще какая-то каркасная штука. Вон там ракета, какой-то спецпроект. Короче, нормальная гоночная движуха. Прицепчики, даже водная техника имеется. Короче, мы на местах.
Сейчас поедем размещаться. Ну, раньше в порядке, все отлично. Так, заселились в гостишку отель, бутик-отель «Тишина» называется. Ну, такой номер, лампы тут, как вот это вот забирается. Столик, телевизор. А, вот так вот. Ну, такой большой номер. Ну, да, побольше, чем где-либо. Так, что тут у нас? Ванна. Нормуль. И наволочки заправлены. Вот, цивильно. Вот так и живем.